Открытие конференции началось с награждения участников знаками за верность долгу и милосердие. Их получили те, кто соблюдал все требования, установленные в указе губернатора о повышенной готовности. Также прошли награждения победителей областного конкурса «Лучшая разноформатная торговля». Этот проект является таким вот, акселератором, который позволяет малому бизнесу сделать свой следующий шаг в развитии. Конечно, очень трудно иногда малому бизнесу выйти в сети, просто вопрос сопоставимости масштабов бизнеса, и поэтому здесь с поддержкой регионального правительства мы этот вопрос решаем. Надо сказать, что сети к этому относятся отзывчиво, и мы за это очень благодарны, потому что не всегда можно конкурировать, скажем так, ценой. Продукты высокого качества, они, безусловно, будут стоить дороже, и для потребителя крайне важно некая такая причастность к тому, что он поддерживает местного производителя. Проект «Покупай Новгородское» нацелен на продвижение местной продукции как на территории региона, так и за его пределами. Участники конференции могли познакомиться с продукцией друг друга на выставке. Это и наши производители хлеба, украшений ручной работы и кондитерских изделий. Жители нашего города действительно являются патриотами своего города и очень любят всех новгородских производителей. Для них это лишний раз увидеть, и руки сами тянутся к тому, чтобы купить эту продукцию. Туристы нашего города, гости нашего города, естественно, приезжают сюда за различными сувенирами. Для привлечения внимания покупателей к продукции новгородских производителей рекомендован утвержденный логотип регионального бренда «Покупай Новгородское». Его предлагают наносить на упаковку местной продукции с тем, чтобы покупатель сразу мог увидеть товар, произведенный на новгородской земле.